Приветики, сегодня я, Фарлёв так еще буду играть на сервере Hypixel. Да, Hypixel, все нормально. И первым делом я хочу поиграть в Beat Battle. Битву строителей. Пошли. Битва построек и так далее. 4, 3, 2, 1. Поехали! Так, голосуем. Так, сокровище, черепаха, пруд. Ну, я не знаю даже. Давайте пруд. Надеюсь, пруд. Пруд, скорее всего, вообще единственное, что смогу построить. Так. Сейчас берем. Ага. Вот это вот. Ой. Идем к этому жителю. Отдаем ему это. Пруд, пруд, пруд. Я не помню, что такое пруд. Что такое пруд? Так. Давайте это возьмем. Что такое пруд? Так. Так, я не понимаю. Так, все понял, это искусственно вдвоем какой-то. Так, это лучше сделать вот таким вот, округлить. Я просто не знаю, как это построить еще. Так, ой-ой-ой. Откуда еще течет-то? Да откуда течет? Нереально откуда? Серьезно? Так. Я просто не знаю, как это построить. Ладно. Из-за того, что этот раунд каким-то так все вышел. Будет больше одного раунда. Вот. А, да, нет, нельзя так. А с рыбкой? Нет, тоже нельзя. Ах, ну ладно. Я просто не знаю, как это построить. Вот как, скажите мне, вот как по-вашему вот построить пруд? Я еще не знаю, тут еще взрывы всякие поставлю. Этот раунд вообще так себе. Вот это вот давайте. Я просто не понимаю, как построить это все. Ой, ад не надо делать. Ну ладно.
Ага, понял, как он это делал. Ладно, у меня все равно такси вышло. Эх, ну вот, такси, да. На мой взгляд, если честно, мне кажется, что мы поставили взрыв. Голосование. Я всем буду голосовать хорошо, потому что это все лучше. Это реально все лучше, чем мой. Не, ну реально. Ну, ладно, это эпик. Вообще, это идеально. Я считаю. Вот реально, вот я буду сравнивать это все со своим вот. Это вообще топово. Это реально вот все лучше, чем мой. У меня еще бывало так, когда я просто так играл, типа зашел, просто поиграл. И там у меня было почему-то. Ну, я построил полнейшую какую-то дичь. И я залетел в первое место. Просто я сам не понимаю, как это случилось. Почему вода зеленая? Ну ладно. Реально, вода у него почему-то серая. Хорошо, так, вот эту. Кстати, пожалуйста, попишите комментариев. Уж прошу вас просто. Вот реально, у меня просто проблемы сейчас. Ну, не проблема. По сути, ну просто у меня с видео там. Я не понимаю, что снимать. Пожалуйста, напишите мне, что поснимать. Сейчас еще все плохо все поставят. Вот вижу красный поставили, кто-то зеленый поставил. Вон там еще красный вижу. Но его хотя бы не взорвали. Этому я рад. Вот честно вот говорю вам. А я 11-е место из 11 игроков. В принципе, это я и ожидал. Так, сейчас будем играть в... Сейчас посмотрю, что там есть. Так. Так. О, я знаю, что. Сейчас зайду только. Насчет. Да, вон тут вот. Как я хочу поиграть сейчас в Farm Hunt. Я пока поставлю на паузу, пока люди будут набираться. Уже там 7 людей. Подождите немного. Вы подождали всего лишь секунду, а уже набралось 22 человека. Представляете, как быстро летит время? Да уж. Два, один, поехали. Я цыпленок нормально. Так, я хочу. Не-не-не-не. Я наверх хочу, я наверх хочу, я наверх хочу. Через 20 секунд охотники будут выпущены. А, вот пойдем, вот пойдем. Так, наверх, 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 наверх. Быстрее, 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 быстрее. Это не настоящий, кстати. Цыпленок. Так, это на что? Полка. А, полка трансформации. Так, главное тихо быть. Там видишь, что один поднимается наверх. Так. Я тут наверху такой один стою.
Так. Стрелы кончились. Бежим. Не обращайте внимания, просто курица, которая умеет быстро бегать. Так, у меня есть идея. Проверим почти то же самое, что и было в самом начале. Вот идиот. Так, тихо, все. Сейчас заныкаюсь, все. Будет норм. Самое лучшее место. Если кто-то меня увидит, то все будет окей. Если кто-то меня увидит, то не будет, конечно, окей, но все равно. Почему у меня, кстати, курица не видно? Так. Животных 6, охотников 9. Почему курица замычала? Еще вот это вот. Осленочка. И в любом случае я могу просто выстрелить в них. И они просто отлетят. Это что за паровозика? Просто три свиньи такие в паровозике идут. Это нормально? Так. Я один из последних. И шаг какой-то. Наш не заметил откуда. Так, он что-то заподозрил. Или нет? Видимо, нет. Yes. Мы победили. Ура! Простите, что я тихо разговаривал. Я просто немного, типа, был немного напуган. Ладно, и сейчас мы переходим в... Сейчас посмотрим. Так. Так. Давайте в Party Games. И еще в какую-нибудь игру потом сыграем, и все будет норм. О, это, на мой взгляд, самый изичный режим. Не надо бежать оттуда. А за мной еще и паук будет гоняться теперь, да? Я, кстати, его не замечал раньше. Так, это много паутины. Это...
Это мне не очень нравится. Блин, тупик. Так, блин. Я надеялся быть первым. Блин. Я раньше его на изи типа проходил. А теперь чуть нет. Вон там. Вот, я прям рядом с ним хожу тут. Я, кажется, нашел проход, да? Да, я все-таки нашел проход. Так, и вторая игра. Ага. Избегай хвосты других игроков. Понял. Блин, на своей что ли тоже нельзя? Блин. Я думала, на своей можно. Там было написано избегай хвосты других игроков. Там же не было написано про свои хвосты. Так, давайте следующий. Это на меткость что-то, да? Блин. 60 очков. Да уж. Чуть я не очень-то метки. Так, давайте, давай. Почитаем. А чё это за зомби такие? С тентехами. Блин. Ой, я в обычную попал. Все-таки набрали, да? Блин, что-то у меня как-то сегодня так себе идет. Так, цель. Скосите как можно больше травы. Понял. Му. Ты му делаешь, да, корова? Коров. Ты делаешь му? Да, он. Она. Это делает му. Ой-ой-ой, мои уши просто разлетаются на куске. Давай, 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 хотя бы третье место, давай. Ну вот, не вышло опять. А, это... надо добывать правильный инструмент. Начали лопата, дальше топор. Так, давай, давай, давай. Я отстаю от... Я там отстаю вообще, ну ладно. Главное это участие, а не победа. Давай, главное участие. Ну, долго еще. Тут вроде бы долго, как я помню. Давай, давай, давай. Не, что-то так себе идет. Вот бы у меня там пол, там типа все время полностью дерево было бы. Все тогда. Идеально было. Там на тортик, что ли, играем? Тортик? Ладно. А, да, вон там тортик.
Блин, реально что-то не то. Картина пушки. Закрасьте холст как можно больше, кидая яйца. Окей, сейчас будет. У меня еще ноль тут. Так, давайте вот так вот кидаем, вот так вот по всем сторонам. О, давайте по контурам вначале. По контурам. Так, по контурам. На края особо никто не кидает, как я помню. Ну, как я замечаю. Давайте вот так вот по контурам. Да в смысле? Я ж в первом месте был. Совет ломать руды на полках и... Понял. Надо что-то ему приносить. Алмазные ботинки. А чем ломать, скажите мне? Ладно. Так. Как будто Майнкрафт, не знаю. На. Так, печка. Так. Как я помню, нужно для печки 8. Еще одно. Вот отсюда вот надо. Оба, все. Так, красиво. У меня даже больше получилось. На, держи. Сундук. Хорошо. Так, откуда бы у меня... А, только верстаки говорят. Ладно. На. Отлично, это то, что мне нужно. Хорошо, теперь вам нужно сделать мне workbench. А, верстак. Ладно, это самое легкое. Да блин, почему все время верстаки-то? Я уже привык там. А, все, да. Ну ладно. Идеально. Так, хорошо. Так, блин. Я в это играл уже в Кубкрафте. Что такое вообще? Я в это играл в Кубкрафте, и мне не понравилось. Почему к нему-то плывет? О! Я даже не тянула, это просто само ко мне прилетело. Почему это ко мне летит? Тут типа как-то пытается, что ли? Давай. Да хватит, свинья. Ладно, давайте тому пацану, что ли, поможем. А, ладно, какая разница? Эй, ладно. И сейчас сыграем в последнее что-нибудь. И закончим видео, давайте. Так, чтобы выбрать мне, чтобы мне выбрать. Значит, это. Это необычно, да? Щель, ресурс пак. Скачаем и начнем. У меня героев особо нет, так что давайте вот сюда. Я пока поставлю на паузу и через секунду вернусь. Все, все зашли и начнем. Я буду играть за вот такого вот Халка. Или кто это? Почему я за дурака какого-то играю? Ладно.
Ой-ой-ой-ой, меня сейчас выкинули. Я что-то бросил еще. Ладно, сейчас зареспавнюсь. 5, 4, 3, 2, 1. Вперед. Что за лучник тут? А, это машина. Так, цыпленок какой-то стреляющий. Странно это все. Вот когда-нибудь вы видели стреляющего цыпленка? А? Ладно. У меня только один килл. Странно, хоть я сбрасывал двоих. Блин, мне вообще не нравится то, что... Нет, вообще ничего, да? Нет, это все. Ах, ну ладно. Я последний. С вами был невидимый Forever Dardeki. Всем удачи, всем пока.